Всем привет, ребят, кто смотрит с утра мой стрим. Одинокий стрим. Короче, у меня есть час, и я хочу провести этот час с пользой. В отличие... Так, а что случилось? Еще секунду. Короче, у меня переходник не был вставлен. Сейчас, секунду. Надобно перезапустить. Пользуясь случаем, пока никого нет. Растягиваем настроечки тут. А, я же забыл в группе написать ВКонтактике. Сейчас. Стрим на час — это как муж на час примерно. О, я уже было заподозрил что-то неладное, подумал, что крашнулась игра. А нет, это оказывается нормально, там музыки нет в этот момент. В общем, в прошлый раз, когда я проходил эту игру... Точнее, как проходил. Ну, просто там, по-моему, до второго левела мы дошли. Я понял то, что тут всего лишь 6 жизней, и, в принципе, мне их может не хватить, если вот вступать со всеми в баталии. Поэтому нужно помнить об этом. Вот. И... Ауч. Эй. Теперь наверх, да? Вообще, по идее, я вчера открыл такую фишку, что... Или когда там подвчера, что можно вот так вот сделать. А я до этого как-то по-идиотски наискосок пускал. Это штуковину. Эй. Отстань. Стунь. Что? Так что да, нужно поосторожнее, не тратить жизни. Мэтси. Тут есть вроде целый арсенал разных фишек. Эй. Отстань, чувак. По-хорошему прошу.
что-то там было написано про то, что... Типа подсказка, данная здесь, заставит тебя вернуться, вроде. Как-то так. Ничего нет интересного. Заколебали, сколько вас там. Будут постоянно спавниться. А, это дверь. Дверь открылась, да? Окей. Кредитор. Надо же придумать такое имя было. Что за имя? Имя, имечко просто. Весело. То есть, в принципе, можно эту штуку использовать даже. Я заметил еще давно то, что она дает тебе период, когда ты неуязвим. Можно этим пользоваться. Осторожно, осторожно, осторожно. Валим издалека. Главное вовремя найти аптечку, на самом деле. Ах ты ж, зараза, а! Пенделя сзади отвесил. Вот ты негодяй. Я так берег эту крупицу жизни, чтобы подлечиться сейчас здесь. Ну хотя вряд ли бы подлечился. Вот здесь сколько еще фриков и англофилов. Подождите, а что такое angle? Это же... Да ж... Блин, отстань ты, Раф. Это, по-моему, угол. То есть чувак, который боится углов. Офигеть. Идеальное название для злодея. Вы заколебали. Привет, Гриндерс. Да, было бы еще замечательно, если бы у меня было больше времени. Блин, к сожалению, только час. Могу сегодня постримить. Эй! Вот, в общем-то, начинаются сложности, я так понимаю, и уже у меня отняли две жизни. Ай-яй-яй-яй-яй! Ноксиус, ну ты не прав, реально не прав. Ты судишь как утенок, реально. Вот не заставляй меня называть тебя так, таким обидным словом. Нельзя об играх судить однобоко, блин, только о том, что у тебя было в детстве. Ты только играешь в те игры, которые у тебя были в детстве. Ну, это глупости какие-то, реально. Есть куча игрушек, которые заслуживают внимания, но ты их пропускаешь. Из-за своей какой-то непонятной упертости. Только Sony, только там это, только то.
Ах ты, козел! Вот, ну как это назвать, блин? Ну как это назвать? Это можно назвать контр-апперкот. Ну с хрена ли он его делает, я не понимаю. Какие условия для того, чтобы его он не делал? Не подпускать его ближе? Здравствуй, белозист. Здравствуй. Во, вот эти парни вообще опасные, они с бензопилой. Иди к черту. Ну, а это и есть МК. По сути. Тут даже модель управления такая же. Ну, говорят вообще, что она несложная. Вот, но я не знаю, мне что-то уже две жизни как-то осталось. Эх, зря. Зря я это сделал. Ага, наверх, да, вроде? Эй! Ну, тут дело даже не в том дело, что скилл. А нужно просто каждому врагу свою тактику выработать и не давать им подходить, потому что когда они только начинают вас зажимать, тут уже бесполезно. Бесполезно, чтобы что-либо делать, и они по голове могут отнять, ну, то есть снять гораздо больше хпшек, чем спереди. Поэтому нужно очень осторожно не подпускать их ни в коем случае сзади, как бы это ни двусмысленно звучало. И, соответственно, держать дистанцию с некоторыми чуваками. И тогда все будет хорошо. Так, а что это мы взяли? По-моему, это ключ какой-то был похож на чип. Пойдем вперед, посмотрим, что здесь есть. Кстати, голову, по-моему, так и не разбил. Угу. Оу. Такой низкий битрейт у этого сэмпла меня всегда радовал. Он просто какой-то набор непонятных шипящих звуков произносит. Ай-яй-яй-яй, опасно, опасно. Опасно, подожди, чувак, не так быстро. Вот о чем я говорил, когда они начинают зажимать, это просто ужасная ситуация. Ничего нет хуже. Офигеть!
опасные, опасные ребята. Эй-эй-эй-эй-эй. Ситуация из-под контроля выходит. Я с чего-то решил то, что... Вы видели, что произошло? Что это было? Я не понимаю. Как он отнял мне все здоровье? Это ужас просто. Это просто ужас. Как такое вообще могло произойти? Раз, и лайфбар ушел. Да уж, такого допускать вообще нельзя. Точку G. Да уж. Я сам, честно говоря, не знаю, где она у Бэтмена, а он нашел. Ух ты. Не, вот это очень опасно вообще. Это очень... Не, вот эти парни очень опасны, я их прям боюсь. Намбат. Стой, стой, стой. Я вот не пойму, здесь только один приз висел, да? Больше нет ничего. Очевидно, что нет. Ах ты. Ах ты. Ей-е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 й. Какой-то замес пошел нездоровый, ребята. Сваливаем, сваливаем, пока не поздно. Ну-ка. Лучше их издалека попробовать. Вот как назло, нету ни одного.
Привет, QWERTY. Почему Sega? Ну, потому что у меня осталось полчаса. У меня всего час был на то, чтобы постримить, и как бы на PlayStation что-то вообще не хочется тратить этот час. Потому что, ну, в Resident Evil за час ничего не сделаешь. Ну, в смысле, я ничего не сделаю. Я как не играл ни разу. Поэтому было решено сегодня хоть что-то постримить, потому что в последнее время что-то со стримами туго. Дать знать, что я вот еще пытаюсь. Ай-яй-яй. Блин, интересно, что это такое? Что он взрывает сверху, вот эта штука? Это типа лампа какая-то? Похоже на гардину, на самом деле. Нет-нет-нет, ребята, сваливаем. Подождите. Да ёлки, ну вот как... Вот он этот... Ах. Короче, чуть-чуть надо было продержаться, и, собственно, вот он уже был. Была аптечка. Все, теперь выходим и назад в лифт. Двенадцатый этаж. Все, помню. Здесь мы были. О, Джо Мох. Да не знаю, вряд ли успею. Я не знаю, просто сколько тут левелов. Да ну тебя нахрен. Ай-яй-яй. Я понял страту по отношению к этим дядям. Ай-яй-яй! Опасно. Однако. То есть вот эти рашевые моменты обозначают боссов. Первый раз, кстати, до сюда дошел. Ладно, не будем тратить время на это.
Так, мне говорили про какое-то оружие, которое типа имба все дела. Ну ладно. Потом. Ого! Офигеть. Чаклс, гиглс. Очуметь можно. Угу. А, еще и на время, офигеть. Ладно, побежали быстрее. То я чувствую, не хватит. По всей видимости, наверх, да? Билбо, это как дилдо. Никогда, филлер. Ты же знаешь, я не играю в нормальные игры. Вообще, в принципе. А. Что? А куда? А, их надо было убить. Все, понял, понял, понял. Понял. Теперь, надеюсь, просто прямо никуда тут не нужно извращаться. А, вот еще что. Каддлс. Вот ты какой, а? Я вообще, филлер, на самом деле, думаю, сейчас отойти от вот шестого поколения, короче, ну вот от этих консолек, типа, короче, PS2 там и так далее, и больше удариться именно в какие-нибудь прям вообще неизведанные консоли, там же куча всяких прикольных шутеров, куча всяких платформеров и так далее. Nintendo 64 там и так далее. Ну ты понимаешь, о чем я. Ай, ну как же так? Короче, углубиться, так скажем, в старину. Есть куча всяких крутых игр на Nintendo 64, на Atari Jaguar, там вот на таких консолях, которые неизведаны. Помнится, мы как-то агент 007 пытались пройти, но забросили, потому что я управление что-то там настроил как-то неудобно, и мне было лень перенастраивать. Вот типа таких игр. Короче, прошерстить. Так. Дальше-то. А, теперь возле этой, да, сейчас тачки появятся. Да, MSX, например, тоже. Ну, в общем, вектор ясен. Потому что трехмерные, их никто не смотрит, толку в этом просто минимум. Ну, и на них как бы особо и не подгорает, там уже все продумано, в принципе, более-менее. Вот, а в этих упоротых игрушках будет на что посмотреть, я вас уверяю. Так. Что-то мне этот звук не нравится.
А, ну еще не все, да? Вот здесь опускается лестница потом, поэтому идем искать. Да, Atari 2600. Кстати, там куча разных игр, которые можно тоже помучить на прохождение, типа Pitfall, типа крутых всяких там Bonanza Brass и так далее. Это же вообще весело. Так что, ребят, такие планы. После того, как пройдем все реквесты, я забрасываю все эти трехмерные игрушки. Будем мучить старье. Точнее, как не то, что забрасываю, ну, буду их в зависимости от желания и возможности постримливать. Но, как показывает практика, это на самом деле бесполезно. You can see what I've got. I'm always more helpful when I'm not. Mm-hmm. Привет, Architecture. Duke Nukem на Сеге, блин. Первый раз слышу о такой... Серьезно, на Сеге был? Это, наверное, хак какой-то. Так, а нам наверх. Я помню игру на Atari, где полицейские по этажам. Ну вот, это она и есть, это от Bonanza Brass. А, там, кстати, еще одна есть. Я понял, про какую ты говоришь. Bonanza Brass — это там, где чуваки золото тырят у полицейских. А есть еще там, где ты за... конечно, был, я его проходил 100 раз. Блин, Duke Nukem на Сеге, я что-то не припомню, реально. Может, Zero Tolerance какой-нибудь? Эй. Reckless. Отчаянный. Отчаянно сиганул вниз. Слушай, чувак, мне тебя добить нужно. Слишком рано ушел. Я понял, о чем ты, белазист. Ну, короче, у меня просто на самом деле с библиотекой... Ой, значит, я туплю с утра, не понимаю, что за Duke Nukem на Сеге вообще реально. Ребят, ну кто вот эксперты в сеговских играх, скажите, был Duke Nukem на Сеге? Что-то мне кажется, что нет. Стики и Слипи. Эй, куда? Ну вот куда ты спрыгнул? Нахрена? Я не понимаю. Ай, блин. Все сначала. А, нет, не сначала. Что-то рано запаниковал. Дебилизм здесь, ну, вообще нужно осторожно. Еще и время кончается. Охренеть. Так, чувачки, осторожненько. Слушай, я даже не знаю, первый раз слышу о такой игре. Ни разу не видел. Я вот единственный FPS-шутер, который знал на Сеге, это всегда был вот именно Zero Tolerance. Я даже и понятия не имел, что он на Сеге выходил. Вообще, вполне вероятно, что это всего лишь какой-нибудь порт упоротый. Просто тебе, допустим, посчастливилось, и он у тебя был на этой самой, на карте, на карике. Так, а что случится сейчас? Время кончается. И... Угу. Взрывается, в общем-то, помещение. Здорово, Гора. Гора, вот скажи, был ли Duke Nukem на Сеге? Мне что-то кажется, что не было. А вот товарищ архитектор скинул даже скриншот, где четко видно, что есть Duke Nukem. Thank you.
Эй. Но тем не менее. Был, а это же порт, вот филлер пролил свет. Я тоже так подумал, что это порт, скорее всего. Да, это порт, причем кривой, кривой, скорее всего. Вообще на самом деле ничего удивительного, потому что даже Mortal Kombat мифология Sub-Zero у меня есть на карике, и я обладатель ни единого экземпляра этой замечательной игры. И это тоже как бы игра, которая, по сути, вроде как есть, а вроде и нет. То есть на Сеге ее это быть не должно, но тем не менее она есть. Потому что это пиратский порт с Nintendo 64. Или даже не знаю. Ну, скорее всего, даже попытка на каком-то корявом движке воспроизвести атмосферу Nintendo 64. Потому что больше все-таки она на нее похожа. Вниз. Кривости там нашел. Единственное, что там сохранялки не работали, потому что с картриджа батарейка не мог найти. Ясно, ясно. А, привет, Nameless. Че это за список? Киданул. Такой. Так, а, вот, кстати, это наше спасение. Целая жизнь. Привет, Акуджи. Спасибо, спасибо. Даже неловко как-то. Насколько я знаю, Duke Nukem выходил на Nintendo 64 и ГБ на старых консолях. Ну вот, скорее всего, да, вот что-то вот из этого рода. Оттуда и протонули. Привет, револьвер. Блин, ребят, мне сейчас надо уходить. Ну куда, куда вы набежали? Зачем? Еще где-то здесь один чувак. А, все, уже лестница, да? Воу-воу-воу, осторожно, осторожно. У чуваков отличные ники. Red Hood и Black Hood. Братья по капюшонам. Жалко, Бэтс бегать не умеет. Это ему очень прям не хватает. Офигеть, и где же еще один? Биомен. Так, а вот Doom был на Super Nintendo. Я даже в детстве видел в магазине. Лежал картридж с игрой Doom для Super Nintendo, но как у меня не было Super Nintendo, все-таки. Я не знаю, меня вот в то время что-то они не привлекали, такого рода игры, и я в них не играл. Мне хватило глубины зеротолеранса. И то я в то время его не сам проходил, а смотрел, как друг проходит. Я думаю, вот эта глубокая игрушка, мне, наверное, никогда не хватит смелости на нее.
Так. Надеюсь, получится. Никого еще не нужно... А, вот они все. Финальный аккорд. Я понял, чтобы время здесь не терять, нужно, в принципе, стараться не давать им... Не давать им падать вниз, чтобы не тратить время на подъем потом. Одного можно сбросить. Я его насквозь продел гарпуном, а ему хоть бы хрен. Воу-воу-воу-воу-воу. Кстати, хочу заметить. Cats and birds can use them to fly. You may ask why. Shouldn't I try? Как-то так он говорит. В детстве играл в основном в Super Nintendo, так как у друга мы была она. А вот у Sega Mega Drive... А, Sega Mega Drive у друзей не было. Может, из-за этого я больше люблю Super Nintendo. Ну блин, вот хайт Супер Нинтендо, я не знаю, может только человек, который вообще не знаком с ее играми. Либо по каким-то причинам к ней предвзято относится. Ладно, ребят, всем спасибо, кто сегодня был у меня на стриме, на этом супер коротком стриме. Это прям, наверное, самый короткий стрим, который у меня был вообще за всю историю. 47 минут. Хотя не знаю. Подписывайтесь на группу ВКонтактике, на Twitch канал. Нет, шаурму не люблю. Вот если выбирать между вот такими пошлыми блюдами, то скорее какая-нибудь... Как ее зовут-то? Не помню, как называется. Есть шаурма, а есть... Не долма, а как-то еще какое-то слово такое. В общем, ну, вы сами знаете, где там что нажимать, там подписываться, либо еще не буду надоедать дурацкими просьбами. Чтобы не пропустить стрим, нужно подписаться, это логично, короче. Все, ребят, всем пока, удачного дня и... Я помню вторую часть Королева. Да, это жестоко было. Привет, Славчик. Не Бастурма, как же она называется-то? А, да тоже продается вот в таких забегаловках, типа шаурмы, только татарская. Нет, на самом деле не татарская. Не помню, в общем. Ладно, всем пока. Thank you.